Всем привет, вы на канале Tech Union, а значит сегодня выходит какой-то обзор техники, потому что сегодня среда, а у нас такое расписание. Но сегодня у нас обзора техники не будет, мы с вами посмотрим сегодня на сборку бюджетного компьютера за $800. Собирался он как сервер для магазина, но я думаю, что это не так интересно, а больше интересно, из чего мы его собрали, а это вы уже узнаете, посмотрев дальше данный ролик, где мы будем распаковывать к нему комплектующие, а уже в следующую среду мы его соберем. Поэтому обязательно поставьте лайк данному видео, подпишитесь на канал. Ну, если данное видео было интересно, обязательно поставьте лайк. А на этом все. Приятного просмотра. Спасибо компании Panasonic за предоставленную камеру для съемки видео и также интернет-магазину Розетка за то, что у них в ассортименте оказались те товары, которые нам были нужны. Всем привет, дорогие друзья, вы на канале Данила Кулеша. Буквально прошло, наверное, месяца 3-4, мы собираем новый комп. Это, конечно, не такая игровая машинка, как была у Боди, но это комп собирается для офисного назначения, то есть это работа с базами данных. Короче, для магазина собирается комп, будет небольшой проектик, который мы будем и сеть разводить и так далее. Я думаю, некоторым людям будет интересно, но вот хотим с вами поделиться этим экспириенсом. Ну и вот у нас, значит, наш корпус. Это Zalman R1. Вот как-то так он выглядит. То есть тут мы сейчас вряд ли что-то вам покажем. Отдельно будут специально сделаны проводочки, которые покажут вам, что здесь и как есть. Вот на эту камеру могу показать, что здесь имеется у нас клавиша включения, USB 3.0, USB 2.0, микрофон, наушники и загрузка... клавиша перезагрузки и загрузка системного диска или процессора, не знаю, что там, как там. Ну, а по сути здесь имеется еще дверца вот такая. Вот так могу показать, а могу даже включить свет. Он у меня тут есть, вот. Тут имеется такая как типа решеточка, здесь имеется переключатель встроенных кулеров, которых здесь 3 120-х. Вот, поэтому будем смотреть, что и как. Я его сейчас уберу, потому что он будет нам закрывать полностью весь обзор и так далее. Дальше у нас идет материнская плата. Это вот такая материнская плата Asus B85+. Мы решили, что все-таки MSI для магазина это жирно, поэтому взяли вот такую вот асусовскую штучку. Давайте посмотрим, что у нас здесь есть. Вот так будет в камеру видно. Значит, здесь сама мать, так сказать. Вот, то есть вот так это все дело выглядит. По мне так, наверное, не так красиво, как это было на MSI-ке, но MSI-ка стоит как бы, по-моему, на 3-4. Раза 4 дороже, да, и пахнет она пластиком китайским. Вот, мы ее прячем назад. Мы в этот раз решили наводить порядки на столе, потому что в прошлый раз мы немножко начали теряться. Далее, в комплекте мы с вами еще можем найти мы можем два SATA кабеля. Вот такие, один у нас с уголочком и два без. И здесь у нас еще есть, естественно, как-то она стрёмно смотрится, вот такая плашечка, которая остается назад, но тут есть USB Type-C. Не знаю, нафига она надо, но есть. Далее, инструкция, диски. Компания очень любит диски, я смотрю, класть. Вот, это все, что мы имеем с материнской платой. Я думаю, что она будет себя нормально показывать в тех нуждах, для которых мы ее брали. Здесь, естественно, будет установлен процессор Intel. Мы AMD решили не брать. Но это все будет работать на встроенном графическом ядре от самого Intel. И процессор мы взяли вот такой вот. Это Intel Core i5 четвертого поколения. Вот. Бодя, что ты можешь про него рассказать? Intel Core i5. Вот. Что тут? 4660. 3,2 ГГц на ядро и 6 мегабайт кеш третьего уровня. Вот такой вот процессор. Единственное, что мы не брали под него специально охлаждение, то есть он будет работать на стоковом охлаждении, которое идет в комплекте. Я просто мастер разрезания коробок.
сегодня взял прям такой ножик. Острый. Острый, в кавычках, что-то он не режет вообще нифига. Вот такой клиночек, чтобы можно было так прям... Людей резать. Людей резать, да, если неправильно собирают комп. Короче, вот это чудо техники. Это, ё-моё, как оно стрёмно выглядит. Значит, вот сам процессор. Такое, то есть чудо техники. Вот, он нам пока что не нужен. Ну и стоковый кулер, который будет охлаждать, то есть вентилятор с радиатором, который это все будет охлаждать наш процессор. С него же будет идти видеопоток данных, поскольку мы не брали. Наклеечка. Здесь имеется еще наклеечка. Бумажечки, бумажечки. И вот наклеечка Intel Core i5. Наклею себе на Mac. Пусть люди думают, что у меня... А у меня и так Intel Core i5. Так, мы идем дальше. Следующее это блок питания. Блок питания Боди сказал не рисковать, не брать какой-то дешманский, поэтому взяли мы чифтек. У тебя же тоже чифтек? Да. Да, ну это, естественно, версия подешевле. Вот, то есть если сравнивать это все... Круто. Вот, если сравнивать это все с тем, что было у Боди, то есть, естественно, это все дешевле. Вся эта сборка, естественно, цены будут написаны, кто во что нам обошлось. И, кстати, спасибо интернет-магазину Розетки. Они помогли со скидочкой, со всеми делами. То есть, можно сказать, они прям спонсоры. Значит, что у нас здесь есть? Капец, как оно воняет. Я не знаю, почему. У Боди почему-то так оно все не воняло. Может, в зависимости от стоимости, да. Значит, вот он, блок питания. Здесь сразу такой жгутик проводочков. Ну, все стандартно, как есть. И 4 винтика для того, чтобы прикрутить его в корпус. Блок питания у нас на сколько? На 650 ватт. И кабель питания. Таких у нас уже много. Да. Вот. Значит, блок питания мы также откладываем в сторону. Теперь пойдем по мелочам. Оперативочка. Это у нас DDR3. 8 гигабайт в общей сложности, каждая по 4 гигабайта, плашечка HyperX Fury, вот, ура, я разрезал нормально. А теперь главное открыть ее не так торжественно, как это сделал Бодя в прошлый раз. А вот, сейчас мы их выдавим, вот такие вот две плашечки HyperX Fury. То есть в общей сложности будет на компьютере 8 гигабайт. Чтобы вы сейчас понимали, в магазине сейчас стоит компьютер, но он, во-первых, на Intel Atom, а во-вторых, там 2 гигабайта оперативки. Ну и вы понимаете, насколько будет большой прирост. Далее у нас идет 2 жестких диска, Western Digital на 1 терабайт. С ними вообще интересная история получилась. Я почему-то по ошибке заказал второй. На самом деле он должен был быть один. Вот, ну, народ сделал так скидочку, что я прям даже не заметил, что их 2, только когда мне их привезли. Это Western Digital Blue PC Hard Drive. Самая, по-моему, дешевая версия Western Digital, если мне память не изменяет. Хотели подсоединить их в RAID, но поскольку, как сказал Бодя, материнская плата у нас жлобская, то там нет специального контроллера, который это бы мог сделать. Ну, а кто не знает, что такое RAID, об этом я тоже совершенно недавно узнал. Это такая штука, которая позволяет нам объединять 2 диска, она делит файлы напополам, один сюда, один сюда. Ну, тем самым мы получаем где-то скорость SSD-шника. Это про RAID нулевой. Есть еще RAID 1, 2, 3, 4, 5, но это уже совсем другая история. Там уже, начиная с первого рейда, идет более направление в сторону защиты. То есть там уже файлы вроде как бы каплятся и всякая такая история. А в RAID 0 уже файл делится на две части и пишется одна половинка на один диск, а вторая половинка на другой диск. Вот. Кстати, у нас сейчас тут опять мы пишем в беседке, поскольку в прошлый раз это была зима, то никто ничего не строил. Сейчас идет активная стройка, поэтому все шумит. Далее вот такой вот комплект. Это, конечно, не Razer, это Rappu, жлобский наборчик такой. Но мне он понравился своим дизайном, то есть выглядит все довольно-таки лаконично. По сути, для магазина, так сказать, больше не надо. Вот, давайте я это, наверное, все-таки сделаю пальчиками. Вот, а я отсюда открою. Вот, это у нас набор, то есть тут и мышка, и клавиатура. Все в комплекте. Значит, мышечка вот такая вот маленькая. Работает она на... Ух ты, а на чем она работает-то? На батарейке. Она работает... Ага, во. Да. Такая система, две пальчиковые батарейки, кстати, надо будет где-то надыбать. Вот. И здесь имеется каким-то образом заныканный передатчик. Не знаю, будем разбираться, как это все работает. Может, он отдельно лежит. Они, по идее, в комплекте должны работать вместе. Так, вот мышка, и далее у нас идет клавиатура. А клавиатура вообще у нас маленькая, то есть вот такая вот клавиатурка, здесь нет рамок, что мне очень сильно понравилось. То есть если ее
положить, она сразу приподнята, и удобно набирать всякий текст, потому что в основном это будет разный текст набираться. Тут две мизинчиковые батарейки, и вот он сам USB-передатчик, приемник, да, приемник, который будет это все дело принимать. Клавиша on off, тут, кстати, что-то вроде как алюминий, похоже. Что здесь есть у нас? О, ребята, батарейки положили, прикиньте. Положили мизинчиковые и пальчиковые батарейки. Это у нас какая-то левая китайская компания, но, короче, есть. Ну и инструкция, старт, гайд, все это дело есть. Откладываем его на тот стол, наверное. И я перейду к монитору. Монитор у нас от компании Samsung, как бы странно это ни звучало с моих уст. Вот так все это дело выглядит. То есть это 22 дюйма, если быть точными, 21,5. Что-то меня нож прям сегодня удивляет. Вот, единственное, что у него немножко стрёмная ножка, поэтому мы сделали ход конем и, так сказать, купили крепление, которое у нас будет вешать его на стенку. Вот, тем самым мы будем получать довольно-таки лаконичный дизайн. Что у нас есть в комплекте? Во-первых, это гарантийный талон, диски и вся вот эта остальная макулатура, как любит класть компании. Во-вторых, это блок питания, вот такая вот приблуда внешний, вот, что не совсем всегда хорошо. И далее у нас имеется вот так вот, дерзкий мы сделаем. Кстати, первый раз вижу красные заглушки на ВГАшниках. Между прочим, здесь Samsung написано, да. И вот такая вот, кстати, молодцы, угловая вот такая резеточка, как любят люди говорить, для блока питания. Дальше. Дальше у нас имеется вот эта ножка и вот эта подставочка, на которую мы все-таки, наверное, поставим пока что монитор, что вешать его пока некуда. Давайте сейчас быстренько распакую вот эти штучки. Что у нас здесь есть? Сразу же имеется инструкция по установке всей этой истории. Вот так это все крепится. Сейчас по бырику поставим, посмотрим. Так, 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 так. Вот. Такая глянцевая ножка, поэтому она очень сильно будет залапываться в условиях того, что в основном любят на эту ножку много чего складывать. И это не всегда прикольно. Какой-то серийничек. Вот. И ножечка пластмассовая. По сути, все из пластика, но вот в таком вот обернуто в пленочку. Так, что у нас происходит с ножкой? Ножка у нас вкручивается. Вот так вставляется, и здесь имеется вот такая бздюлька, которая закручивает эту ножку. У меня на Acer приблизительно такая же история. То есть мы затянули, вот эту штучку зажали, и получаем удобную ножку. Ну и самое последнее, что у нас, бумажку, естественно, не выкидывай, которая там, как крепить. И вот монитор. Монитор, кстати, по ощущениям уже тоненький, мне он уже нравится. Вот, то есть если смотреть на сам монитор, да. Да, Samsung, конечно, меня удивляет с этими, блин, приколами. Ну, радует то, что она хорошо снимается. Вот такой телевизор. Вот здесь у нас сзади имеется HDMI, VGA, питание, клавиша включения и все. Да. Вот, то есть вот такая конструкция. Ну, и оно все ставится на эту ножку. Единственное, что покажи, убери коробочку. Давай попробуем это все дело поставить. То есть явно не так. Нет, вряд ли. Да, не. Ставится это все дело вот таким образом. Оп. И все, и теперь это все дело работает уже на кронштейне самого мониторчика. Все характеристики вы найдете на сайте интернет-магазина «Розетка». Все ссылки есть в описании. Сейчас мы переходим уже непосредственно к сборке этого компьютера. Думаю, что вам будет интересно, поэтому оставайтесь с нами. И в следующую среду вы уже увидите, как мы собираем этого зверя. Подписывайтесь на канал, лайки, пока!